Нефёдова Юлия Ильинична, 17 лет, город Чайковский. Георгий Териков. Монолог «Счастливая женщина». Я выхожу утром из подъезда, над двором солнце, во дворе соседка. Я ей говорю: «Вы сплетница», а она мне: «У тебя муж пьяница». А я улыбаюсь, делаю вид, будто мне хорошо. Вроде бы я даже где-то счастлива, только не знаю где. Говорят, есть мужья, которые пьют и гуляют. С моим полбеды, он только пьет, но не гуляет, это я знаю точно. С ним нельзя гулять, он падает. У мужа пьяницы свои прелести. Вон соседка. Она ж от ревности вся высохла, как вобла стала. Все следит, как бы у нее мужа бизнесмена не отбили. А я спокойна. Моего никто не отобьет. А отобьет, сразу обратно принесут. Зато в быту мой неприхотлив. Вон соседки. Целыми днями сидят, стирают, крахмалят. На каждой веревке по три простыни, и все белые. Ну а как же? Непьющим мужьям комфорт нужен. А пьянице все равно, на чем спать. Да он вообще предпочитает на улице. Какая у него окружающая среда, особенно в пятницу. Другие мужья как? Их жен обижают, они даже не шелохнутся. А мой? Мы с ним как-то решили пройтись. Так я еще из дома не успела выйти, он, смотрю, уже кого-то бьет. В общем, с моим не соскучишься. Скоро совсем весело будет. Нашего сына из садика исключают. Говорят, развит не по годам. Слишком много слов знает, и все не те. Ну да, другим мужьям на работу пишут, мол, детей не воспитываешь, дебоширишь. А моему ни строчки. Некуда. Кто сказал, что нельзя жить на одну зарплату? Неправда, мы живем вот на одну, на мою. Зато любит он меня. Правда, странной любовью. Говорит, покалечу, чтоб не досталась никому такая красивая. Отелло. Недавно из-за ревности очки мне разбил. Я говорю, что ж ты наделал, желанный? А он, это я тебя так по очкам побил. Форменный олимпиец. Говорят, иди жалуйся. А куда? Профсоюза любителей выпить нет. В полиции говорят, ничем помочь не можем, вот если убьет, то другое дело. А кто сказал, что я плачу? Где слезы? Это? Может, и слезы. Да, конечно, сквозь смех. Или наоборот.